Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную хоррор-карту VR, называется The Village. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Идемте смотреть, что здесь нас ждет. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Возможно. Ой, там дверь немножко пропала. А чё вы маленькие стали? Вы маленькие, а я большой. Ну и так и пусть и будет, буду великаном сегодня. Гусанёк, а что тебе вечно плохо? Ты что-то переел. А что с компьютером случилось, вы видели? Чё? Там что-то, как будто странное что-то произошло. Так, идемте исследовать, потому что был звук какой-то, и мы проснулись среди ночи. На улице ж не день. Так, давайте, третий раз ложимся. А что не спится? А вот, все. Так, что там? Загрузка... Валентин. О, этот звук, я помню его. А мне показалось, что кто-то за окном пробежал. Серьезно, я видел, как кто-то вот так пробежал за окном. И это очень странно. Ну что-то... Внимание, что там? Нет, тут никого. Так, а что нам дальше надо делать, пацаны? Кто-то в дверь стучит. Я слышу, идемте. На улицу. Сюда. Я боюсь идти, на самом деле. Где наши родители? Чего они дрыхнут? Храпака дают. Тут такие творятся вещи какие-то стрёмные. Алло? Вы где? А! Ё-моё! Мама моя, ну зачем так пугать? А нам это приснилось? Просто кошмар. Я очень испугался. Зачем так пугать? Так, что написано? I want to mom and dad. Я хочу до мамы и до папы. Идем. Вот это хорорец! Вроде так все начинается, да, спокойно, вроде нам то надо сделать, то. А в итоге что? Зомби прибежал, и это все был сон. Ого, вы видите, что здесь произошло? Что? Не может быть. Что это? Стекла разбиты и кровь. Где родители? А вот наши родители. И вот я. Надо срочно идти на улицу. Нам задание. Ты думаешь? О, прикольно, что это за... О, ключ нашел. Вот ключик. Ключ от подвала? Да. Что там по радио у нас говорят? Радио не ловит. Ой. Что, с этим ключом идем открывать? Да. Загорелся значок, пацаны. На ключе. Это я просто... Я прослушал эту... Create Pickup App. О, сработал. А вот, да. Нужно найти фонарик, чтобы выйти отсюда. Вот это стрёмно в подвале. О! Зеркало. Привет всем! Вы слышите эти звуки стрёмные? Ветер. Так, что у нас тут? Ящики можно открывать? О, может, ящик? О, смотрите! А с фонариком-то поярче стало. Так, я видел, туда надо нам идти. Я уже этого фонаря испугался. Надо вниз. Ну да, я понял. Смотрите, как я научился паркурить. Вот у кого такой подвал огроменный? Так нифига, тут подвал лучше, чем у них хата. Да. Игрушка валяется. Вот у сюда еще, кстати, нам можно как-то пролезть. Слышали крик? Тю, блин, это игрушка, я думал, уже кто-то кричит. Так, получается, нам надо, значит, вот сюда. По лестнице. Опа, где это мы? На улице. Так, это мы вышли на улицу. Что ты слышишь? Я слышал шаги. Ты меня не пугай, это стрёмно. Так, ладно, идемте. Идемте в соседнее село. О, там дверь открылась. Где? Вон. Пошли. Идем. Да, иди, мне страшно. Давай. Специально, да, чтобы я все скримы наловил и обосрался. Спасибо вам, пацаны. Вы очень добрые. О, сверчки. Так, интересно, что-то по дороге нас будет ждать стрёмное? Ну, звуки точно слышу очковые. Так,
А что это отсчет времени идет? А типа туда идти нельзя, что ли? Здесь кто-нибудь есть? А, я думал, то вернуться нам надо, отсчет времени шел. О! Блин, что там? Закрыто. Закрыто. Туалет. Так. Там что-то открывай. Есть? Сосед, открывай. Закрыто. From the back hall. Вернуться надо? Куда-то надо. А нет, вот сюда. Цистерна у него тут огромная. Нифига себе у нас особняк. Это ж все наше, я так понимаю. Это ж, наверное, не соседское. Это весь двор такой большой. Ну, сначала это было соседское, теперь это наше. Потому что... Понял. Сосед этот. Вот. Надо будет его открывать. Ну-ка. Есть, отлично. Синий свет. Так, закрывайте дверь. Они не закрываются. А уже другой оттенок. Тут есть кто-то? Алло, люди, кто есть? А ну-ка, давай посмотрим здесь. О, смотри, что написано. We leave this place. Мы покидаем это место. Навсегда. Forever. Навсегда. Давай шкаф что-то попробуем сейчас... открыть. Ух ты, ё-моё, всё-таки открылся. Это, походу, шкаф-телепорт, заходите. Да не, вроде бы не. А не. Мы правильно идем, пацаны? Ну, вроде да. Да. А чё, мы просто сделали круг и все. Кто хоть кто-то на бегает. Улице? Кто? Зомби. Где я? Там зомби ходил. Ребята, очень страшно становится. Очень антуражная и атмосферная карта, рекомендую. Называется The Village. Если вы хотите такого экшончика получить. Так, интересно, куда нам дальше? Может быть, обратно на улицу. Ты думаешь? Так, закрыто. Да, идемте. Вот будет ты. Прикольно, если сейчас дверь там закрыта. Дверь закрылась. Представляете, я предугадал. Я в ловушке, нужно спрятаться. 25 секунд, шкаф, быстро. Шкаф. Шкаф. Вот для чего шкаф. Все, давайте, закрываю. Блин, да что здесь творится такое стрёмное, а? О, всё, что? Выходим? Подожди, давай подождём. Слышите, ходит кто-то? Тихо, ломится, ломится. Интересно. О, открыл дверь. Он сломал её. Тихо, тихо. Не шумите. Я могу голову просунуть, как в VR, типа? Нет, нельзя. Я слышу шаги. Он нас ищет? Ушел. Пока ничего. Ого, что-то сломал. Ёп. Что там происходит? Так, значит, вот этот звук, значит, означает, что сработало что-то, скрип какой-то. Так. Смотрите, поломанный стол. Дверь открыта. Убегаем. Где? У нас есть... Он ушел, нам, у нас есть время, чтобы сбежать. Побежали. Правильно идем, да? Да. Валим отсюда. Что-то послышалось? Мне уже глючит. Да, походу. А этот камень так и стоял здесь? Да. Или подожди, он передвинулся. Ну да, а я уже и не помню. Ребята, напишите в комментариях, этот камень стоял так или нет? Так, сюда иди. Иду, иду, иду. Запутался в трех скалах. Я вам скажу, что в VR прям ориентироваться надо как в реальной жизни. Это вам не резко крутить камерой, мышкой. Но я скажу, это очень атмосферная карта выглядит, когда играешь в VR. Очень. Смотри! Ребята, это была первая часть, есть вторая часть. Если вы хотите, чтобы мы прошли вторую часть, обязательно ставьте лайкосики, напишите в комментариях, мы хотим продолжения. Но если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.